Торперцы провели открытую тренировку с юными новоуренгойцами. Большинство из них впервые вышли на лед и встали на коньки. Но благодаря поддержке хоккеистов первые шаги оказались вполне уверенными. Напомню, «Старперцы» – команда молодая и в хоккей играет всего 2 года. В ее состав входят представители администрации, депутаты и газодобытчики. Удержать равновесие на льду смогла и наша съемочная группа. Тему продолжит моя коллега Наталья Худяева. Маленькая Варя впервые стоит на коньках. Удержать равновесие и не упасть ей помогает замглавы города Андрей Коваль. Заботливо поддерживая юную фигуристку, звездный перец объясняет, как не упасть. Осмышленная ученица схватывает на лету, шаг за шагом покоряя ледовую гладь. Вот так вот, это значит, тормозить можно. А потом надо еще вот так вот, ну, одной ногой отталкиваться, а другой ехать. Менять это положение и так кататься. За последние 5 минут уже прогресс прямо на лицо, она уже двигается, она поняла, как нужно отталкиваться от льда. Это кажется, что легко, на самом деле все значительно сложнее. Но спортом заниматься всегда нужно, правильно, Варвара? Да. Будь здоров. Ногами как на лыжах ходил, когда-нибудь тихонько. Держись. Чуть тело вперед, чуть согнись в поясе. Все, поехали. А здесь уже практически сложившийся тандем. Минимум слов, максимум действий. Немного уверенности, приправленные опытом. И, по словам наставника, его подопечному можно выходить на лед в составе детской сборной. Вообще работать отлично. Ученик у меня очень прекрасно. Уже первый раз на коньках, уже сам отталкивается. Так что, я думаю, у нас хоккей пойдет. Все нормально. Вперед, победам! Хоккеисты показывают ребятам свои приемы, объясняют положение рук и локтей. Говорят с детворой по душам, стараясь вдохновить их и заразить любовью к спорту. Наша команда совсем недавно начала заниматься этим видом спорта, всего 2 года назад. И я хочу сказать, что многие из нас до этого момента ни разу не стояли на коньках вообще. Мы начинали с того, что мы ходили по бортикам, собственно говоря. Сегодня мы уже выступаем на турнирах. Хоккеисты и дети на ледовой арене «Факела» собрались не случайно. Встречу организовало общество «Газпром добыча Уренгой» при поддержке городской администрации. В будущем команда возьмет шефство над ребятами из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Я, когда разговаривала с их родителями, я до последнего просила, чтобы они не рассказывали, куда мы едем и что будет. До последнего держали все в секрете, когда уже сюда подъехали. Ребята уже, конечно, поняли, что мы приехали на спортивный корт. Были очень такие прекрасные, именно для того, что мы здесь собрались, были счастливые улыбки, были сверкающие глаза от радости, были возгласы, крики. Ну, это ради того, что мы собрались, это и есть самое то, что нужно видеть детям. Кроме новых впечатлений, приятным сюрпризом для детей стали подарки, которые им вручили хоккеисты. Это коньки, клюшки и именные футболки. А общая фотокарточка сохранит яркие впечатления, полученные ими на льду. Наталья Худяева, Николай Александров, служба новостей «Импульс».